все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области пасмурно, небольшая вероятность снега. Днем минус 3, минус 9, к вечеру ожидается похолодание, ночью 12-14, ниже 0. Северо-восточный ветер, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем минус 2, ночью минус 11 градусов, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем минус 2, ночью 13 с минусом, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 3 градуса, ночью 13 ниже 0, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.